Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, подписчики каналов Евгения Дрожжи. Всем здорово, ребят. С кивом же Экспириенс Гейм. Всем привет. Рад, Михаря. Всем здорово. И Виталий Вуферин, иди на... Ай, я сейчас убьют, ой-ой-ой-ой. Да. Идет на Виталий, идет на... О, 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 я умею два разных привета давать. А, ой, сейчас флаг тебе показываю. Что за фигня, а во. А я хочу опять. Нормальные люди вообще умеют по-разному привета давать. Да, привета. Все, ты врешь. Есть такой, привета есть, ну привет. По щам так это, привет. Короче, кто повар, кто может... А где наша это... Кастрюли-то нету. Помните, привет, я же говорил, Андрей, что мы забудем ее скрасить. Есть жрачка, ребята, а то я сейчас сдохну от недоедания. Я тоже. У меня тоже. Хилов мало. А мне жрать хочется. А я ж умирал, кстати, да, я забыл. Жизнь. Я гиб. Ребята, я сейчас умру, где все еда? Все вроде умирали. Побер! А тут... What the fuck? Я бобра увидел. Бобра? Я видел некоторого бобра. Да, такого бобра я еще не видел. Дайте кто-нибудь поесть что-нибудь, пожалуйста, семечки. И нахер. Бабушка, ты должна щелкать семечки. У нас большие проблемы с едой. На вон, одну же эту ягоду. Так, господи, на вон. Положи. Кучка ягод. Благодарствую. А шишки исчезают? Могу грибов пожарить, надо грибы. А, я думал, загуглить можно. Они рассудок поднимают. Рассудок мне тоже стоит. Подожди, сейчас я положу. Грибы рассудок поднимают. И кажется, псы у нас, не? Не дай бог. Мне тоже показалось. Да, псы. Слушайте, так надо эту штуковину, чтобы готовить. Сейчас сделаю, я не хочу сделать. Надо броню срочно. А что надо для него? Какого хрена ты, Женя, делаешь? Посмотри. Ну так тебе что не хватает? Во имя сатаны тут все жгешь. А кто такой умный сундук расположил возле костра? Ну от этого костра не загорится. Точно? Точно, это с камнями. А где у меня шляпа? Теперь мне, я дельфин. Тогда все нормально. Я дельфинистый бобер, нет, вот это зря, оно горит. Так, что-то я теряю как-то слабо доверяю. Видимо, я смотрю, бобры там шалили с дельфинами немного. Там дельфины шалили с бобрами. А что будет, если скушать мясо монстров? Попробуй. Нехорошо тебе будет. Хорошо будет сразу же, полегчает. Они врут, я не буду это делать. Этот эффект будет такой же, как зайти в папку Windows и нажать Ctrl-A, Shift-Delete. Я смотрю, тут у нас кое-кто опытный. Программист. О, нифига себе. Тут, кстати, программист. Кстати, у нас целый рассадник травы в лесу почему-то внезапно. Вот это поворот, смотри там, чтобы свиней не было. Пять. О, собачка, меня хочется. Она прям тут заспавнилась, да, ну нафиг. Да, ё-ма. О, я сейчас тапки склею. Норм. И ты только один. Ох, а чё ты их так много-то? Ребят, у меня 36. Так. Чувак оставил. Ё-моё, зачем мне еще одна? Мне тут одной хватало вполне. Три? Блин, вы прикалываетесь. Вы прикалываетесь, нафиг вы всех мне... Уходим в леса. Стоп, надо... О, свинка, помоги мне, свинка. Спасибо. Чёрт, где свинья? Не знаю, где свинья. Какого кухня у нас нет? Свинья, тащи. Пока. Тут попа, короче. Чёрт, бабка, защити меня. Бабка сама бежит. Бабка спасается бегством. О, всё, один остался. С одним я справлюсь. Это Женя умер? Да. Блин, я слишком голоден. Четверо собак за мной. Всё, я от голода умираю. Цветочки. Ё, мой пират, твою дивизию. Цветочки, голод не помогут. Блин. Всё, 7 жизней. 5 жизней. Я 25. Всё, я умер. Я сплю в палатке, всё норм. Я спать жопа не могу. Паука есть у кого-нибудь? Бабка, беги, я в палатке. Нахер это дерьмо. У меня не было еды. Они в палатке не... О, у меня, правда, голод, жесть. Жопа паука есть у кого-нибудь? Нет. Жопа паука есть, у меня здоровья нету. Здоровья нет. Сейчас я воскрешу, наверное. Так, стоп, а где у меня? Минус 40 здоровья, это что-то сурово. Главное бежать. Надо еще полежать. Бифола спасите, где вы там, есть кто-нибудь? Вот говно, я вижу говно. Я вижу бифола, ё-моё. Так, стопы, Жека, сейчас я... Бифола? Наверное, сейчас. Спасите, помогите, бифола.
Фак. О, да, Бифло сейчас их раз всех удел. Это не Жека. Призрак. Это не Жека. Твой призрак. Это не Жека. Я это же. Я. Ты голоден или что? Вот у меня мандрагора тут есть, можешь съесть. Голоден или что? Зачем я голодал, что ли? Так, да я у тебя хилку спиткую. Ой, что-то походу я сейчас тут это... Так, коньки норм. Отклею. Отклею. Склею. Тапочки склею, бабки, это актуально. Ой, все. Сучок, костер. Так, блин, а что пожрать-то? Ёкарный. Почему у нас нет котелка до сих пор? Что за говорил? Дай мне 5 веточек, я тебе сделаю котелок. Сейчас. Дай ему 5 веточек. Где ты? На. Дай ему 5 веточек, он дельфин. Девочек. Я смотрю, вы тут знаток в девочках. 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 Что такое? Так, нормально. Хотел положить. Я живой. I believe, I can. Черт, мне готовить нечем. Норм. Так, иди вниз, иди вниз, иди вниз, скилл, вниз иди. О, полнолуние. Вниз иди. А что внизу? Там есть 4 паучьих этих. Жопки, ну я резнуть не смогу, у меня 35 за здоровье, оно минус 40. Не-не-не, еда, это, мясо пауков 4 есть. И чё, надо ещё что-то, а не, у меня грибы есть, норм. А где оно мясо, я не вижу. Ой, я вот тут положил. Ох ты, ёп! Воскрес, ёп. Бобёр. Хм. Блин, а чё? Стоп, тут же свинья. А, она дохла. А кролики ночью не мутируют же, не в что вроде? У нас вон там свой кролик есть. Домашний. Завидуй молча. Воу, кроликов там жратвы-то дофигища. Я пошел к ним, у меня мяса нет, не должны меня трогать. А чё это? Пират, это бобёр! О, это ты тут умер? Да, и тут есть 4 эти, должны я пошел на поиски жрать. Да, я сейчас больше мяса вижу, еды вижу. Очень сильно я хочу кушать. Тебя сейчас резнем чуть позже. Или кто-нибудь резнет, у меня здоровье тупо нет. Через серии так 3. Ну да, ну там недолго ждать. Почему сразу 3-10, Женя? 10. В пятом сезоне, короче. Да знаете, мне сезоне... и так нормально. Возвращение так... так, стоп, я зря мясо, наверное, взял, они на меня. Меня и так убрешнут. Я кролика бью. О, хвост, хвосты крылячие. Доски. Кролик. Чёрт! Прыгай. Я знаю, кто их поубивал. Долбанный носорог. Долбанный носорог? Воу-воу-воу. Нифига он и звуки издает. Я знаю, кто убил меня. Долбанный носорог. Механическая педаль. Чё? Педаль? Ладьё там. Скиф, твою магов, как ты умер? Нифига тут еды, ребят, тут, тут еды дофигища, я еду собирал, сдох. Понятно. Тут еда. Я смотрю, выпадки на еду, товарищи. Жесть. Кто-нибудь придёт сюда резать? Студенческая жизнь тяжела. Студенческая жизнь. Подожди. Фу, мясо. Там и мясо, короче, морковки, всякой фигни здесь. Ой, это же, тут же муха, огнепуха, ну нахер. Куда я пришёл? Кто-нибудь резать идёт нас? И у меня жопок паука нет. Да и ХП, собственно говоря, 40. А, нормально. Симулятор переведения, короче, 22. Играем. 22. Где вы там? Плюс 14 голода. Я на базе. А вы у этого? У королей были? Да? У них много куча еды. Куча еды. Мясо свежее, это морковка. Я около мухи. Так а если мясо подберешь, так сразу короли нападут. Да как их там истребил носорог, который убил меня? Там всего 2 короля. У меня вот эти тени охотятся. Это мы. Это мы. А нет, вот тени еще. Там ты и прикол. Мы тебя защитим, не ссы. Ура, ура. Только жопу так. Паука где-то достать надо. Надо бы. Вон жопа мясо закрывает. Ну вот здесь вот, короче, рассадник морковки, мясо. Вон в моем где-то трупе валяется. И мне никто вот там не говорит. Три мяса. А здесь вот долбанный механический шест. Смотри по карте, Виталий. Ладья. Сюда не подходи. Я пошел пауков дрюкать. Сюда Жека не подходи. Здесь тут... ладья. Вот она. Тут так это. Так и че, пусть наоборот. Пусть наоборот, третий мертвый. У тебя рассудка нет? Там у меня грибы были, возьми грибы. У меня грибы были, мне где-то там. Качественные грибы? Опа, да, нет. Не води его, он посшибает дома. Это ну, же... нормально. Ну как источник мяса наш кубит? Сюда, да ёкарный бабаёнок, да что ж ты... Где у тебя грибы? Не знаю, вон грибы я вижу. Я такой 4 грибка... зеленых гриба вот с краю. Так. Вот и я стою. Ага, да, справа. И сюда. Если смотреть на...
Ну ладно, я уводи, знаю, уводи его. Увел. А, твою мать! Я меня еще, я не знаю, сантиметров 5. Да вы серьезно, что ли, твою маковку? Сантиметров 5, он убил меня, Лаки. Я вас обожаю. У меня он тоже вообще нечаянно убил, я прям так ловко уворачивался. Не, он меня специально убил, но просто до меня еще реально... Какого хера Брайана, вот просто. Реса. А он еще и нормально, смотри, радостный обратно скачет. Норм. Виталя. Ау, я жопу пауков смотрел, убивает, как его там, последний, который выжил-то. Виталя, с этим, жопа. С Уилл Смитом-то. Виталя, жопа, Виталя, не жопа, Виталя. Как? Я легенда. А, я легенда, вот. Давай. Тащи. Легендируй, Виталя. Легендируй, да. Легендируй. Легендарас ты наш. Да иди ты нафиг. Он тогда легендарас. Жопа что-то как-то не падает вообще. Жопа не падает. Хотят жопу падать. Ой, господи. У нас по базе лошадка бегает. Ты сейчас очень быстро от рассудка лишишься. Три призрака. К тебе. Я вижу. К тебе. О, давай с коняшкой играть. Идите давай. Меня. Как пас, делать? Пас, о, пас, вот, пас. Вот так, сук, пас. Ну, что вы делаете, ну? Виталя. Двойной удар. Так, жди, сейчас жди, залезу я на дерево, буду как-то... Давай, дерево. Давай, Виталя! Сверху твои ворота, снизу мои. Так, жди, это сейчас... Это страшно, дерево не выдержит такого напора. Во-во-во. Мы играем. Я лечу по лесу. Они в футбол вообще шпилят. Я побеждаю или нет? Твою мать! Чё? Блин! Ну и... Я почти гол забил. Чё ты так быстро умер? Ребята, знаете, почему это вышло? Потому что мы на L букву. Ну, в смысле, летсплейщики. Расклейщики, блин, объявлений. Да, но мы. Но это потому что модификация тяжелая. Это просто. Да, нормальная модификация. Что, заново придется сезон, ребята, пилить? Что, заново сезон будет пилить? Новый мир! Какой заново? Какой? Схик, нажимай кнопку. Пересоздать. Полетели. И что, вы хотите сказать, что это одна и та же серия? Деньги? Это будет одна, а тут 12 минут, Виталий. 12, Карл! Это была разминка просто, понимаешь? Три серии, мы осмотрелись, мы были незнакомы как бы с этим миром. С друг другом вообще, ты кто? Да. Ты что-то как-то печально, Жень, это же... Это зато весело, Виталий, каждый день можно с собой поговорить. Новым собой. С тех же берем. Да? А кем я был? А кем? Я бабка больше не прост. Я бобер. Ну не знаю, я брал, взять на того же взял обратно. Бабкой я не хочу быть. Ну не бери бабку. Возьми бабку, бери Виталий, попрёт не успеешь. Нет. С бабушек надо начинать. Ну меня, я совсем... возьму бабку, хотя я не умею за нее играть, но я её возьму. Я умею. Много как знает, показала практика, все. Мы ни за кого не умеем, я тебе скажу. Все, я выбрал бабку. Ничего не знаю, меня убили лаги. Да, да. Один такой большой лаг металлический. А меня убил Вебер. Откуда у тебя топор? Начитерил. Дай сюда. А у меня есть папирус. Зачем мне папирус? Им можно подтираться. А, самый норм. А что, есть тупик? Это печально. Да ты могу сбрать паучье мясо, не норм. Скил всю еду забрал. Киев, как ты мог? Нет. Еда. Какую? Вебер, не ходи сюда. А какой еде речь? Не было еды. Да ты задолбал. Так, у нас же карта по-новому сгенерировалась, да? Естественно. Не, это старая новая карта. Вебер, не ходи сюда, говорю. Куда? Туда, сюда. Где я. А ты где? Ну, по тут. Карте не видно, что ли? Я не смотрел. Пойду хорошо. А, ты Вебера взял? Пойду, говорю, жить. Не ходи. А я иду. Ой, дурак, ой, дурак. Да кто всю еду стырит? Мне нечего кушать. Вот это боль. У бабки маленькая пенсия, нечего есть. Ну да. Зато бабку можешь съесть. Ну, какую отрастила, скиф, извини. Мамон. Какая есть. Ого, вот это поворот. Что такое? Больше отрастила? Отвисла пенсия немножечко. А, до пола. Да блин, кто собрал все палочки? Ну мы, ну и чё? Так, ну и чё? И тишина, что-то все молчат. Все фармят. Просто понимаешь, главный принцип Тугезера. Хочешь выйти, выжить, убегай от толпы. Все, один оффнулся из скайпа аж. Оу, фак. Фак. Пират улетел. Фак ю.
принцип настолько суров. Женя, бери морковки. Я прекрасно собираю морковки. Собирай. Чё сюда прибежал? Просто скучно стало. Скучно ему стало. Ресурсы забирай, а не ололо бегай. О, пока эти чем-то непонятным занимаются, я хотя бы полезным позанимаюсь и золото соберу. Ой, ещё. Кстати, да, собери там золото. Я тоже уже золото фармлю. Ой, прям фармильщики от бога. Лютый просто фармер. Фармер. Ещё придёт, смотрите. Вот кто у нас тут бог. Я одно золото взял. Ты, кстати, научную машину не делай сразу алхимическую. Ты ж бабка. А, ёп. Тебе не надо. Да что, последний что-то разодрал свиней, свиноматки несчастные. Вдруг они счастливые. Нет, они не несчастные. О, стоп, я тут забор нашел. Хочется любви и ласки. Жека, удовлетворяй. Они тебя набедренными повязками сейчас окутают. Круть, я базу нашел нам. А где эта штуковина? А, вот, нашел. Все, успокойся. Единственное... О, я две базы нашел нам. О, тут Сулин даже. Где? Жесть, ну вы смотрите, где я на карте. Подожди, у меня я приду сюда. Вебер веселый такой, бегает. Эля, хорош бегать, собирай ресурсы. Я от Антонов бегаю. Так, черт, я понять не могу. Нахрена ты к ним подходишь? Просто. Потому что он Антон. Ну вот вздыхать тоже будешь просто. Так, а что я не могу сломать? Просыпается, он... Нет, держите Виталю! Нет! Нет, он сейчас заполимит всех. Блин, а как пройти туда? Вот вопрос. Не зажигая все. Я задумал, Женя, мы вернулись в Тугезер. Что ты хотел от меня? От тебя лично? Черт. Лимона, евро, вертолет. Че тебе там евро? Личными купюрами. Говоришь, Кончиту хочешь? А ты что, ее продюсер? Оно. А как она стала звездой? А ну рассказывай. Виталя раскрутил. У Кончиты конченый продюсер должен быть. Просто. Нет, ну просто, как я знаю, звезды попадают через постель. О. Подожди, через постель Кончиты, походу. Иван, а вы звезда? Нет. Хочешь, я вот тебе раскручу? Раскручу? Так. На чем он там собрался? О, посажу на ель и раскручу. Не, я не такой, спасибо. Ну смотрите, мы тут базу можем прям внутри... Все так поначалу говорят, все говорят, а потом давай, продолжай. Ну это если Жеку сейчас с факелом не пускать, то все норм. Жеку стакил. Так. Тут холодильник. Ну-ка, а что в холодильнике? Да, ага, наивный такой, типа я не посмотрел. Слушайте, а дерево? Блин, ничего нет. Что вы говорите? Иди нафиг отсюда. Что, куда не пускать кого? Уйди, сатана. Уходи, дверь закрой. Ты просто рыжий, у тебя нет души. Глаза у меня добрые. О, тут и могилы рядом. Да. О, как круто! Кладбище рядом, вообще шикарно. Бабушка, иди сюда. Бабуля. Иди к нам. Бабуля. Иди к нам, что-то не хочется к вам идти. Иди сюда. Че, давайте там сразу базу организуем. Ну вот здесь, в Тибули, давайте сделаем базу. Алло! Тибули надо будет разбить. Алло, алло, алло. Привет! Мне надо 4 бревна большие. Иди ко мне, я тебя научу плохому. Иди ко мне, он тебя научит, давай, иди к нему. А куда я иду? Прям посредь базы факел валяется. Прям замануха для Жеки. Горящий. Я бросил, успокойся. Ой, сейчас ночью кто-то умрет. Разбить надо будет этот. Есть костер у вас там? Сейчас будет. Так, что ты развел ты, господи? Я каменный ставлю. Да все нормально, следующий день поставишь. О, тут червоточина, мне туда. Ты что тут разводишь дичь тут кому-то втираешь? Пули, иди к нам. Сделай сразу себе нам алхимическую. А мы нормально, так возле кладбища, я смотрю. И лесос. Нормально. Лесос, улыбнись. Такое поселение готов, знаешь. А холодильник, что вы там оставили? Пират. Посмотри, что тебе надо для алхимической машины, я тебе дам. Мне надо все. Например. Например, 4 доски. Доски? На которых. Опа! На которых опа? Что еще? Опа. Все, ищем доски ничего, с опой. Женя какой-то слишком серьезный по голосу, мне это пугает. Кто серьезно? Вот, Женя. На еще фак. Камни. Да не-не-не-не-не, постой, места нету, постой. Дорогой, подожди. Остановись. Да не жри ты морковку сырьем. Что ты делаешь? Скиф все, сдулся. Куда ее ставить? Куда не был? Скиф уже не торт, он сдулся, хорошо. Да. Да вообще продался там, не знаю. Кому еще было б кому бы. Знаешь. Готово. Ты некому даже. Зря вы мне бабку дали. А мы тебе сам не давали. Сам взял.
Ты сам овладел ей. Нам надо. Бабка Фил. А почему у нас улей на базе? Это, кстати, не к бобру, надо, наверное, его перенести. Тут же есть сезон, когда злые пчелы. Утром я его разломаю. У меня молот есть. У меня тоже есть молот. Ломай еще холодильник, Жень, чтобы его сюда. Холодильник надо тут тоже. Вот этот забор единственное, что не внушает, да, как бы этого. Доверие. На его место надо каменный выставить. Надо это для готовки быстрее. Давайте хоть раз сделаем нормальную базу прям. По-человечески, да? Да. Скиф, ты думаешь, мы это сможем? Я думаю, мы сдохнем день на третий. Уже второй. Я пошел поджигать лес. Ну вот видишь, какая работа у нас. Давайте построим базу. Я пошел поджигать лес, все. Я кому? Все по плану. Да, все идет по плану. А что, не надо лес сжечь? Ладно, это хорошо. Не ну, надо. Главное, чтобы база не сгорела при этом. И вот сюда, иди здесь, одиночные деревья. Были случаи. А мне сказал, нравится, когда лес горит. Я бы сказал... Ай, горю! Ну и сам не сгорит тоже, да. Лес не горит, зато я горю. Горю желанием. Я аж воспылал, да? Бабка зажгла. Зажигательная бабка. Да, так, я еще золото надыбал. А что, нынче пенсионный фонд маленький. Сожгла его, да. Бабулька. А еще они пенсию маленькую давали, да. Уиллу в старости, да? Какая Уилла? Ну, которая поджигает. Я поджигает. Уиллу Смит? Смит Уилл. Да, Смит, агент. 007? Не Джеймс Бонд? 0-0-0-0-1-0. А у кого есть топор? А, у меня есть топор. Вообще да. Йоу, но все равно у меня нету места. А ну-ка. О, блин, я сумку забыл сделать. Да ладно, идем на базу. А как сумку делать? Сумчатый сумк. Где она? Столько лет прожил и не знаешь. Выживание в петле. Поверхность в петле. Это суть жизни, да, такое выживание в петле. Ну да. Жизнь — это боль. Палочек хватает. Еще возле кладбища поселились, еще такой лозунг залепим, и все норм. Короче, берешь в лямку рюкзака голову свою, одну на лист провешиваешь, другую голову, и все, нормально. Так, я пока тут кирку оставлю, и вот это. Кирку, Киркорова? Я жду, чтобы ты пришел и карко... этот... Костер поставил. Крякнул. Костер большой поставил. Иду ставить. А нет, у меня уже камней. Ну, тут есть камни рядом, наковыряешь. Просто ты там пяткой обрубился. А, стоп, я уже сделал костер, поэтому у меня нет камней, все. А, ты зачем забор уже сносишь? Чтоб не спалить его. А, ну логично. Сжигай! Все, я сейчас крафчу эту, казанок, надо? Надо. Казанок. Во втором сундуке там морковка. Короче, еду пока туда сложил. Так, холодильник. Я все забываю, зачем я пришел. Я пришел делать сумку. Человек казанок. Он сам пришел, не виновата я. О, тут лягушки, слушайте, еще есть. Француз. Это уже шикарно. Ты потряс. Отряд лягушек. Француз. Чего француз? Француз. Скиф, ты меня слышишь, нет? Алло, сижу, плюю на абажур. И как плюется. Нету палечек у меня. Мне нужны палечки. Палечки. Сколько тебе палечек? Еще 4, я пошел. Давай, иди еще акцент изображать тут. О, золото. Слышь, дорогой, тебе что-то не нравится, да? Причем акцент не француза, а знаешь, как у джимшута такого. У кого? Французского джимшута. Французский. Ну, это, Женя, актуально. Знаешь, как говорит французский джимшут? Тут, короче, шпит этот. Шпит? Этот, как его, шпит. Шпит? Леша, шпит. Леша, это механический шпит. Отвечаю. Шпит? Тут нету палочек. Ребят, где все палочки? Шпит? Библиотекарям тоже нужна еда. Нет. Сказала она, когда была голодна. Слушайте. Сейчас она просто мертва. Вот печалька. Умерла. Так где палочки, ёб твою? Налево. У меня всего 3 палочки, да, надо 6. Без выражения. Мне 6 палочек надо. Хорош! Накидайте бабки палок, а? Я уже устал это слушать.
Кто приходит? А кто мне палок-то накидал? Эти нынче маловато. О, вот помню, в 80-х там. То кидали, то кидали, аж отбрасывало. Дай палок, слушай, молодой, дай палок. Слушай, еу. Йоу. Не, моя палка. А мне палку забрала силой. Дай палку, сюда. Моя палка росла, да? Джедай бабка. Ну где ты здесь палка? Ты хочешь дать палку, проводя рукой, она сказала, да? Да, бабуся. О, еще бифало, одну. Поселение бифало, отлично. Я мамонта нашел. Ну, по крайней мере, след. Ну ладно. Короче, еще одну палку, и будет у нас все. Вообще не туда побежал куда-то, я тут помню уже пикаю, куча палок. Ни одной палки нет. Вот палка возле меня, ты прям возле меня ходишь же. Он не вот. Она слишком тонкая. Палка, палка. Все, ребята, у нас есть костер. Казанок, какой костер? Тебя за казанком отправляли. Память-то уже не к черту. Я думал, нам костер надо. Что, уже палок накидали, уже не надо тебе? Все уже, какой там казанок-то, зачем? Теперь угольку подкинуть. Может, нам сушилку скрафтить? А может быть, еще веревочек сверху накинете, да? А где наша домина? Домина? Не знаю, где там твоя домина, но я на домине уже давно. Так. Убью ли я киркой бифала? Внимательнее, ребят. Ты не туда пошел. В смысле, кто никуда пошел? Ты не туда пошел. Как никуда пошел? Я пошел никуда. Куда надо. Ты не туда пошел. Я уже дома строю. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Я там Семен, короче, занес, ребят. Ставь, куда-нибудь. Алёши. А, нет таких. Я Попович. Вы это... Нету. Кого? Кого-того? Принес я вам там. Кого ты принес? А, мне слушайте, золото. А, надо это... У меня тоже есть золото. Надо... А я забыл, что надо. Шоколада. Все, отлично. Бабка, что с нее взять? У вас, в принципе, вот это травище, ее тут дофигища. Травище до висенища. Давай, скип, рыбачок, давай. Я вспомнил, знаете, что нам надо? Что нам надо? Бля, я снова забыл. Рад, что такое-то? Не вживайся так сильно в руль бабки. Блин, да что я хотел сказать-то? А ну, напомните мне. Чёрт, темно. Зубы хотел поменять, вон. Стакан положить. А, да, вспомнил. Короче, надо кусты насобирать и сюда принести. Так, еда. О, еда. Где еда? Мясо положите тефтели, чтобы сделать. А где мясо? Ну, он висит. Да был же подарок. Да, схары жрать сырые морковки. Даем. Ты чё, дурак? Где мясо? Ну чё? Вот мясо я положил. Куда ты его положил? В холодильник. Дайте кушать, у меня 20, сейчас сдохну. Мне 10, так что потерпи. Наркоманы, 20.00, время жить. О, последнее мясо. Это мне 20, говорю. 20 мне. Ребят, мы же никакая не бабушка я. Серию нет разве? Чё? Мы же по 20 минут хотели серию делать, нет? Да ладно. Давайте 20. По 40. И сейчас в Виталю полетели такие кокулечки маленькие, но много. От твоих подписчиков. А чё от моих? Это все. Слушай, скелета можно разбить. Чё он тут? Чё это спит у нас? О, это пчела, ёпта. Тут яд. Она немножко против того, что я ее топором саданул. Давайте убьем. Че у нас за пчела бичевала на базе? Че за фигня? Ну ты что, забыл, что у нас здесь улей был? Блин, я топор сломался пчелу. Бронявая. Надо было не рубить. А бить просто. Так, кто мясо спер, пока там бегал? А еще семье хлебала мечелка. Че, придется жрать опять морковку. Жарен, да. Блин, причем еще даже не жарю, а так жру. Так, что тут у нас есть? Фигня. Купле. О, нифига, откуда 16 свиных жопок? Я дома разбивал. Евгений там со свиньями торговал, они ему жопу. Плохой парень, плохой. Женя, что ты у них там выменивал, скажи? Я им тебя обещал. Что еще нам? Слушайте, расскажи, что еще секрет. Нам надо скрафтить? Меня вот там обещал. Да. Так. Нам надо камня кучу, потому что мы хотим эти делать. Есть камни? Пауков не вот видели? Тут камня много есть. Я могу их расплодить, если хочешь. Прям на базе. Недалеко от базы посади, да, улей. Где ты? Далеко отбежал?
Иди ко мне, сюда вот тут недалеко на могилах. Сейчас посади улей. Сейчас я посажу улей, не надо будет заканчивать. Так, 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 ну хорошо, ладно, я пошел тогда, что я сделаю? Я пошел в разведку. Иди мясо добудь. Давай. Стоп, я еще сначала сделаю копье. Я вот здесь на кладбище посажу пауков. Точно, сади. Пойду за... А что, у меня веток? Сади, сади. Веток нет? О, как нет? Все. А, ну, с ветками всегда проблема. Ну что ж, и ребят, мне шапка нужна и ветки. Алло. Алло, да, да, все здесь, привет. Всем привет. Да, с вами, да, пират. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Евгений, которого шпилят пауки. Да потому что лаги, и потому что ты мне помог бы, нет? Нет. Стоит и прощается. Нет. Просто. Да, всем пока. Пока все, ребят. Скиф с нами еще был. Пока всем. И пират, и я, да, Вульфрин, да. Всем пока. Всем пока.